Самые заветные и сокровенные мечты ульяновских ребятишек помощники Деда Мороза из общественной палаты региона исполнили благодаря традиционной акции «Елка желаний». Накануне маленькие жители Меликесского района написали волшебнику письма. Ребята привыкли, что Новый год – это обязательно какое-то волшебство, это какая-то сказка. И наши ребята, когда написали свое желание поучаствовать в этой акции, они, конечно, отсчитывали дни. И сегодня они вот надеются на то волшебство, которое произойдет. Желания самые разные – от механического четвероногого друга до лыж и целого автопарка машин. У Саши Филипповой коллекция феечек. Для такой большой семьи кукол нужен подходящий домик. С домиком я играла. Увидела, а я тут видел куклу, несу, есть кровать, диван, несу куклы, много озера. Чтобы волшебство сработало и Дедушка Мороз вручил долгожданные подарки, ребята подготовили стихотворение. Наряды настают, огоньки теряют, но вот писать. Будут и подарки, посмотри, салют. Дима, вот, дети, вот и ждут. К приезду гостей дети готовились заранее. Нарядили красавицу елку, вместе с педагогами соорудили яркую фотозону. Словом, организовали по-настоящему праздничную программу. В свою очередь, взрослые постарались подарить ту самую сказку, о которой мечтает каждый ребенок. Для этого общественники не ждали финансовой поддержки, а вложили собственные средства на подарки. Для них лучшая благодарность – счастливые лица детей. Дети мечтают всегда о том, чего они хотят больше всего. Пусть эта сказка исполняется, пусть они всегда верят в это чудо. А взрослые, конечно, должны дарить в первую очередь уверенность в том, что нам все по плечу. Елка желаний – подарок судьбы для детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят, оказавшихся без попечения родителей, для тех, у кого много сестер и братьев. А с этого года еще и для тех, чьи отцы отправились защищать родину в зону СВО. Руководство издательского дома «Ульяновская правда» внесло свой вклад в создание волшебной атмосферы. Вместе с прочими гостинцами дети получили памятные сувениры от нашей конвергентной редакции. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Управда ТВ.